Готовы к тому, что вас будет грипать? 3, 2, 1, поехали. То есть там есть когда таймер совсем мертвый, есть когда таймер нормальный. 4, стали ближе сразу. На этом стоять далеко. 1. Вы можете стать в мели, как бы, и бить босса с мели. Выбрал тебя. Ударные волны. Показать стоят ворог и мах. Клевайте. Прям сюда можно под босса. Боссу впереди его выносить можно. 3, 2, 1. Ударные волны. 4, 3, 2, 1. Переключись в воду. Ады, поехали. Ходим раньше. Внимание, водов. Пушка. 4, ударные волны. 3, 2, 1. Косты сбиваем. Астур, кто выносит? Прошу. Когда крик? Эля, там очень. Шипокрик. У тебя что, грипнуло с отчаянием? Угу. 4. Хорошо, скоро следующие отстали ближе. Дыхание. Просто ближе к центру надо выводить. Да можно ближе к центру, уже можно. Смотри, этот угол засрали, потом пойдем в другой угол. Стоп, ады. Ады, стоп. Начинаем играть в адов. Два карателя. Играем через каратель. Короче, клипайте все равномерно. Нет, дыхание. Дыхание по нам. Резайте шипка. Улетает. Ко мне, вам надо дойти ко мне всем, какой-то парус стоит. Заберите большого ада с меня. Быстрее, ко мне. 4, 3. Дыхание. Центр. Центр заливает. Хорошо, идем сюда, за танком, вот, с красной меткой. За танком проходим. Ауешим. Ударные волны. Так, смотрим. Ты сорвал, дыхание. Надо добить культуру. Готовим. В нас. Готовим, сейчас надо будет уходить. Надо. Сейчас надо будет уходить. Когда она начнет заливать, та пропадет. Уходим, вот. На самый на просто противоположный конец уйти, там только успеем дыхание. Убить. Но мы не успели мобов залить. То есть она уйти под другую стенку. То есть начинается переход, и мы должны стать в центре на переходку.